Добрый день, уважаемые зрители моего канала. 4 дня назад, а это было 18 марта, я замачивала помидоры, показывала вам, вот, теперь они в коробочке. Я уже часть посадила в коробочку, а часть сажу сегодня. Вот пинцетом выбираю проросшие помидорки и ложу вот так густенько. И написала им номера. Не знаю, как это будет при высадке, но при посадке у меня номер существует, чтобы я знала, ага, какие это помидоры. Вот выбираю с пинцетом, смотрите, скрупулезно, как в аптеке, чуть ли не взвешиваю, но так надо. Вот сейчас я еще вот покажу вам, смотрите, во, проросли помидоры номер 3. Ну, номер 3 надо смотреть, я забыла, какой сорт помидоры. Тут имеют название, но я не знаю, какое, потому что там написано на английском языке. Вот смотрите, я поделала вот так бороздочки. Вот теперь вот так аккуратненько, палочкой. Я вот так вот, вот так. Сейчас это уберу. И вот так вот, вот. А потом, ну, у меня сегодня палочка для другой коробочки немножко длиннее. Я ее при это придавлю, землю эту, поставлю номер и поставлю под целлофан возле окошка на столике. Ну вот, что вам рассказать еще? Вы, может, даже лучше меня кто-то знает. Ну, мне, я поделилась так. Я так делаю. Вот, кто-то делает по-другому. Теперь у меня номер 3 проросли помидорки. Ну, немного там, так сказать, они соединились, но то не страшно. В крайнем случае я вот ложу, выбираю их. Ой, цепляются они друг за друга. Ну, я думаю, они это. Потом я их попикирую попозже, может, в землю, может, в побольше коробки. Это покажет время и мое настроение. Погода у нас сегодня хорошая, солнце светит, 18 градусов. Вот. Мы запаслись продуктами. Я думаю, будет урожай, если будет хорошая погода. Потом я вам еще покажу. У меня ранее есть видео, где я на огороде совершенно случайно, дочка шутя, сняла эту программку. И у меня там есть видео. Вот, смотрите, ложу. Но не все проросли. Я еще коробочку потом сделаю. Еще у меня есть коробочки. Вы знаете, так вот насыпала чуть-чуть. Не сосчитала. Думаю, боже, это опять будет около 100 кустов. Куда я их буду садить? Дочка меня ругает. Ну, вы знаете, они себя оправдывают. И мы так потихоньку-потихоньку их покушали. Ну все, мои дорогие, работайте и вы над таким процессом приятным. Может, я видео много смотрю. По-разному закладывают, по-разному делают. Ну, у каждого свой принцип. Так, номер 3. А то вот я с вами заговорилась и могу, так сказать, неправильно это дело сделать. Вот так вот. Ну все, до следующих встреч, посмотрим, что будет. А слушайте, посеяла лук, смотрите, какой урожай у меня будет. Гляньте, ужас один, вообще схожести нету. Намоченный, перемоченный и кошмар. Вот это 4-5 луковиц вылезло. Ну я думаю, будет больше, а не будет, так что ж, Бог ему судья, это чернушка. Ну все, дорогие. До скорых встреч. Пока-пока.